Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Слушай, у нас какой-то тут праздничный ивент, что ли, намечается. Давай начнем. Хочу посмотреть, какие там нам выпадут растения. Ну, во-первых, нужно глянуть, что за... Тихо-тихо, что за ивент у нас такой, да? Угу. Зомби с бочками, обычный зомби, так, орех. Ну, начнем выставлять. Погоди-ка. Я на одних орехах далеко не уеду. Давай, капусточки выставляем. Конечно же, в первую очередь капусты. Так, мы подобьем бочку. Из нее, естественно, выпрыгнут маленькие зомбики. Так, они будут прыгать очень далеко. Наверное, допрыгнут даже до капусты, скорее всего. Да что ж такое, во. Слушай, нет. Я немножко ошибся, ребята. На самом деле, не все так страшно. Так, спасибо за удобрение. Оно будет как раз здесь кстати. Я тут все нафиг орехами позакрываю. Если что, будем применять с тобой удобрение. Если понадобится. Наверное, уже понадобится. А ну-ка, давай-ка влепим. Шикарно. Нам нужно защитить с тобой вот эту вот капусту, чтобы ее не уничтожили. Еще одно удобрение нам выпало. Так, вот сюда ставим орех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Сколько, ты посмотри, сколько их тут прет. Целая армия. Ну, мои капусты тут бомбят. Стараются, пытаются защитить. Так, я надеюсь, эту волну мы с тобой пройдем просто так. А вот на последний, наверное, нам уже придется применять удобрение. Да уничтожьте вы этого зомби, который с флагом-то идет, господи. Так, мне уже даже некуда капусту ставить, прикинь. Все тут уже позабивал ими. Так, давай сюда влепим. О, и еще одно удобрение. Так, готовимся с вами к самому ужасному. Так, вот они. Идут все. Опа-на, вот это как раз вовремя. Вишневая бомбочка нам с тобой досталась. Так, погоди-ка, вот здесь они что-то прорываются, по-моему. Не-не-не, никакого шанса нету. Я даже могу вот так вот просто уже для понта. Даже не успели бомбануть. Но, как ты понимаешь, мы с тобой прошли. Давай глядеть. Чертополох. Орех. И 2000 золотых монет. Ну что, ребята, я думаю, наверное, стоит еще разочек переиграть. Так, хотелось бы, конечно, получить пиньяту. Но не в этот раз. Так, контини, поехали. Ну что же, вторая попыточка у нас, и мы продолжаем. Все здесь оказывается довольно-таки легко. Выставляем капусты, как обычно. Потом поставим с тобой орехи. Я думаю, что, наверное... Тихо-тихо. Вот здесь вот будем выставлять их. Немножко поближе, да? Чтобы нам побольше капуст потом здесь можно было бы установить. Так, погоди-ка секунду. Не надо буянить, родные мои. Так, здесь тоже прикроемся с тобой. Здесь прикроемся. Слушай, а этот он давит, интересно, орех или нет своей бочкой? Нет, не может раздавить, он просто доезжает и все. Хотя, это пока еще неизвестно, это не точно. Так, погоди, ты что-то мне орех уже хрустишь. Мелкий, успокойся. Нахрустывает, понимаешь ли мне. Так, может быть, удобрение влепить? По-моему, пора это применить. Давай еще разок. Так, орех вот здесь у нас съели, мы поставим взамен. Но хорош, мелочь. Но они, в принципе, ватные, они должны быстро тут погибнуть. Да, мы их разнесли. Слушай, а этот все-таки давит, друзья мои, бочонки-то. Ой, бочонки, орехи. Давит, так что надо быть быстрым, шустрым. Так, выставим сюда с тобой, наверное, да, еще. Может быть, бомбануть удобрением? Отлично. Ну, капусты свое дело делают. Причем на ура. Так, сейчас будет последняя волна. И у нас с тобой есть еще одно удобрение. Так, давай-ка сюда вот, наверное, поменяем. Все, вот она, последняя волна двигается. Так, тут у нас... Ага, орех раздавили. Твою же налево. Блин. Что-то немножко не так. Ага. Давай, опа.
По красоте. Зачем я капусту поставил тоже? Нафиг она там нужна? Давай добьем уже, в конце концов, эту мелочь всю. И взорвем. Все. Довольно неплохо, кстати, у нас 12 тысяч монет. Опять кактус, 3 штуки. Ага. Арахис 3 и 2000 голды. Ну что, неплохо, ребята. Теперь нам нужно с тобой сходить, наверное, на арену. Причем вы сказали, что на арене доступны новые растения. Хочу глянуть, кто там будет нам даваться. Так, мы выполним с тобой задание. Оу, 132 гема. А это значит, что мы с тобой сейчас купим новый цветочек или новое растение. Так, быстренько с тобой отправляемся в магазин. Так, мне бесплатно пиньету не дают, нет? Один раз дали и хватит, да? Так, мы можем с тобой... Нет, ну я не хочу, ребята, брать эти пиньяты. Дайте мне, пожалуйста, где-нибудь. Вот. То есть у нас остается всего лишь два, да? Хурикали и кабачок. Хм. Я, наверное, возьму хурикали, ребят. Все. 34 гема у нас с тобой остается. Почему я взял хурикали? Потому что, ребята, он сдувает растения и при этом еще их замораживает. Они очень-очень медленно ходят. Так, подожди, мне нужно куда? Мне нужно на арену отправиться. Давай посмотрим. На ней я еще не дрался, поэтому кто что чего, я не знаю. Так, ага, за 5 жетонов нам 5000 голды дают. Потом, ух ты. А этот у нас растение, насколько я помню, порождает зеленых зомби, которые идут... Ну, они будут за нас, короче, зомбари. Плюс вот эти вот какие-то новые растения. Я не знаю, что это, ребята, за растения. Это помидор, судя по всему. Короче, действительно, ивент хороший. 6 перчаток, как ты видишь, у меня в руке. Так, одна победушка у меня тут зачислена. Поехали. Я хочу посмотреть, кто здесь и что. Мне вот очень интересно, какие противники. Опачки. Ёп, красоты. Тихо. Тут у нас эти осьминоги, гаргантюа. Ну, я не знаю, возьмем, наверное, с тобой перец. Перец мы с тобой возьмем, возьмем мину. Подсолнухи, конечно же, без них никуда. Так, возьмем горхострел. Кто еще нам тут пригодится, а? Может быть, взять нам... Слушай, может быть, возьмем замедляшку? Нет, не хочу я ее брать. Вишневую бомбу. Или же... Так, возьмем с тобой защитника. А, все, больше никого взять не могу. Не знаю, ребята, давайте посмотрим, что у нас тут получится. Так, ну, во-первых, надо высадить подсолнухи. Приступим. Так. Ага, вот они раскачиваются. Сейчас пойдут отсюда зомби. Так, а если я вот сюда, например, еще поставлю? Вот они, видишь, какие-то цветочные зомби тут появляются. И идут, идут против этих аглоедов выступать. Так, я что, проигрываю пока? Да, друзья мои, я почему-то проигрываю. Ну-ка, что если я, например, вот так вот сделаю? Ох, ядрить. Слушай, ну я тут что-то вообще жестко проигрываю. Посмотри, что я не так делаю? Объясни-ка мне, пожалуйста, что я не так делаю? Как он быстро набирает очки? 10 тысяч у него уже. Интересно. Ну-ка, давай вот так вот сделаем с тобой. Везде будут защитники стоять. Все как-то довольно легко, да? Безмятежно так начинается. Плодим с тобой зомбарей. Так, там у нас... Ёлки-палки, сейчас начнет толкать. Ну-ка, сюда поставим мину. Давай-ка еще один подсолнух. Здесь вот так сделаем. Ну, мы выбились с вами вперед, как ты видишь. Сейчас еще пойдут гаргантюа здесь.
об этом тоже, пожалуйста, не забывай. А что если мы на зомби? А, на зомби я не могу, да, сделать улучшение, понял. Смотри, смотри, мы их отталкиваем. Давай, давай, защитники, вы молодцы. Мы в лидерах с вами в данный момент. Так, поставим сюда горхострел. Наверное, вот так вот влупим. Ничего себе, ты какой крепкий. Эй! Вот этот чудак очень крепковатый. Ну-ка. Предположим. А дальше-то что? Что нам делать с тобой дальше? Так, защитник, давай, откидывай этих всех прошивцев отсюда. Что-то какая-то жесть тут начинается. Смотри. Тут начинается все с каждым разом хуже и хуже. Плюс ко всему, у меня уже нету. Или есть, подожди-ка секунду. Поставим, успеем, интересно, сюда мину влепить. Так, 85 тысяч. Блин, вот этот клоун меня бесит, который здесь крутится. Как нам с тобой его? Вот, вот так сделаем. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Пробивается, пробивается. Откидываем его. Сюда вот поставим еще этот цветок. Все, ребята, ну, побед за нами. 112 тысяч я набил. Так, он использовал... Ого, бонг-чой 5 уровня. Капуста 5-го. Нифига, чувак тут прокачанный. И горхострел 6 уровня. Так, ну мы с тобой получаем конфетки. Так, у нас с тобой еще очень много. Опа, 5000 голды я получаю, да? Спасибо. Квест. Так, может быть еще сыграть? У меня перчаток 6 штук. То есть мы с тобой можем 1, 2, 3, 4 получить в полном объеме всю награду. Поехали. Блин, единственное, я пока не могу понять, что здесь лучше сделать. Как драться? Грагантюа идут. О, легкие зомби. Вот этого я почему-то не увидел даже, не успел на него посмотреть. Ну, давай так сделаем. Так, подсолнухи, где мои подсолнухи? Мина здесь тоже обязательно нужна. Нет, все-таки мне здесь нужен защитник. Убирай мину. Без нашего гварда здесь будет сложновато. Где он? Он очень хорошо здесь помогает, сам ты видел, да? Отталкивает всех, причем этих и бизонов, и зомбарей. То, что нужно. Так, выставим, наверное, да, с тобой? Поехали. Ой, что-то я не то сделал, блин, мне нужны были подсолнухи. Ну, ладно. Интересно, если мы с тобой будем прокачивать, например, вот этот вот вид растения, у нас еще будут круче зомби, скажем разом, или как? Просто очень интересно посмотреть на это. Так, поставим с тобой защитника. Причем они довольно быстро их выпускают, согласись. Так, мы уже с вами прыгаем, потому что даже не нанесли еще ни одной единицы урона. Что это вот такое? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вот зомби идут, я не могу понять, что они делают. Что-то превращается в какую-то, я даже не знаю, как это назвать. Какие-то тосты. Тосты превращаются и все. Так, давай, наверное, сюда поставим с тобой мину. Я теперь, кстати, понял, зачем чувачок применял капусту. Он, наверное, супер ударами бомбил сразу по всем. Да, он, наверное, за счет этого, как говорится, и наносил много урона, соответственно, и получал много очков. Я пока в данный момент проигрываю. В данный момент я проигрываю. Давай сюда вот поставим. Все заминируем, все у нас будет в защитниках. Ну, все как полагается. Нам поможет здесь и горохострел этот скоростной, который прокачан у нас до какого-то 5 уровня, по-моему. И, конечно же, защитники должны стоять у нас. Ага, вон и буйволы пришли. Слушай, я могу вот так вот сделать. Сюда супер гаргантюа вызвать. Пускай тут идет, развлекается. Также вот так применим с тобой. Опа. Мину, мину, мину. Вот сюда вот влепим одну. Так, здесь вот надо защитника поставить. И горхострел скоростной должен стоять обязательно, ребят. Опа, видишь, как отталкивает. Ну-ка, заряди-ка им, пожалуйста. Пробили. Молодцы, красавцы. Все равно я пока, друзья мои, проигрываю. По всем канонам я тут
не особо хорошо разруливаю ситуации. Меня это немножко огорчает. Не хотелось бы проиграть. Не хотелось бы проиграть. Так, что мы можем здесь с тобой сделать? Вот сюда, наверное, вжарим. О-о-о-о, куда ты разогнался-то? Родной мой, побежал он там. Опачки. Ну? Фиг, не пробил. Прикинь, горохострел стрелял под удобрением и даже не смог пробить. Это люто на самом деле. Че, уже время, что ли, подходит? Да ну, хорош. Ну? Мы выиграли с небольшим отрывом в 2000 буквально очков. Фу, так, а он смотри, что променял. У него... А зачем он, интересно, набрал сюда? Зачем он брал, извини меня, электрокамыш? Для чего? Против кого? Не знаю. И нам выпадает с тобой 10 кукурузы. Опачки. Кукуруза может пропаться у нас. И что еще? Угу, 10 3-стрелов. Слушай, ну шикарный, шикарный ивент. Неплохо так дают растений. Поэтому давай мы с тобой сейчас будем апать кукурузу. Давай-ка мы с тобой пропаем кукурузу. Где она у нас? Вот она. И она получает у нас третий уровень, да? Окей, окей. Так, а что у нас тут еще есть? Слушай, ну мы с тобой за 10 гемов, да? Ой, за 100 гемов, когда накопим их, купим последнее растение, да? Которое будет у нас кабачок. А вот дальше как? Этот у нас донатский. Это донатский, это донатский. Но тут есть растения, которые... Получается займет. Например, вот этот цветок. Кстати, опачки, новая мята. Ух ты. Я могу... Подожди, я могу ее получить? Слушай, а для чего она? Что эта мята делает у нас? Ну-ка, покажи, пожалуйста, кого она. Имитатор. Power Lily. Так, тайл. Witch Hazard. Подожди, а что это... Гипногрипп. Она на эти растения развивается, да? Гипногрипп. А что он делает? Имитатор. Ну, имитатор это у нас этот шут гороховый. Где-то я его видел, но он, по-моему... Он случайно не донатский? Имитатор-то. Ну, где он, ё-моё? Твою ж налево. Слушай, я не могу понять. Надо проверять. Каулиповер. Так, имитатор. Картошка. Ой, это морковка у нас, да? Интенсивная, которая воскрешает потерянные растения. Странно. Друзья мои, напишите, пожалуйста, что делает эта мята. Можно, конечно, будет ее протестить на любом из боев. Кстати, можно это сделать. И заодно посмотрим, что она делает. Мне кажется, она просто, наверное, перезаряжает способности. Или быстрее их восстанавливает. Вот фиг его знает. Кстати, я почему-то здесь еще ни разу не видел гаргантюа. Хотя нет, так, подожди, капуста, ты отдохни пока. Давай тоже с тобой так же попробуем сделать. Ну, естественно, без подсолнухов мы с тобой никуда не пойдем. Где он у нас? Вот он. И мина. Нет, 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 не мина. Все-таки подрыв... этот защитник вам нужен будет. А кто у меня до этого еще был? Погоди секунду. Вот они, три мяты у нас с тобой. Слушай, а можно взять вот этот цветочек? Нашу ромашку, но она второго уровня. Все-таки без миночки я не пойду. Ладно, ребята, по старой-старой схеме. Да? Давай сюда выставим наши маленькие подсолнухи. Предположим, потом мы с тобой сделаем... Ага, все, да? Все, что могли, мы сделали. Ну, тогда парочку мин поставим. Поехали! Началось, как говорится. Честно говоря, я не могу немножко понять, что делают вот эти вот зомби, которые идут. Почему-то они, я думал, будут уничтожать врагов, а они превращаются в какие-то тосты. Зачем это? Не знаю. Так. И ты замечаешь, да, что когда растения у тебя становятся более-менее прокачанными, более-менее прокачанные, они начинают быстрее стрелять. Ты помнишь, как у меня скорострел вначале бомбил? Еле-еле там потихоньку. А как сейчас он бомбит? Опа, мы... О, нифига там чувачок скаканул как быстро, моментально практически. Ну, а если я так сделаю?
Да, что-то мне не получилось, как у него быстренько прыгануть. Хотя он наверняка использует супер атаки. То есть он применяет удобрение на ранней стадии игры, да, и тем самым набивает себе очки. Скорее всего, это так происходит. Ну, а я, как понимаешь, потихоньку, не спеша, буду проигрывать. Так, ладно. Он применяет мины. Может быть, действительно попробовать нам с тобой как-нибудь сыграть на минах. Так, здесь даже не хочу мин эту тратить. Вот, вот здесь наверху уже можно будет применить. Так, все равно мы с тобой проигрываем. Давай-ка вот так вот, наверное, влупим. У него уже 45 тысяч. Причем времени остается мало. Тут надо быстрее, ребят, понимаешь? Тут надо все это очень быстро делать. И тогда все будет хорошо. Но у меня как-то все это очень медленно получается. Давай, наверное, с тобой так сделаем, да? Сыграем на минах. На минах тоже у нас должно получиться все хорошо. Мы почти его догнали. Блин, ну эти очень медленные. Зомби, конечно, хороши, но очень медленные. Пока еще не переплюнули нашего оппонента. Да что такое-то? Что ж так медленно-то все? Идет-то медленно, господи. Давай, мины, все как полагается. Мы почти на равных с ним. Почти, ребят, на равных. Предлагаю вот здесь вот применить. Уже опередили нашего мы оппонента. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Куда ты разогнался? Мы уже обогнали нашего оппонента, ребята. Именно по очкам. Давай сюда вот так сделаем. Можно. Ага, кто-то все-таки умудрился там пробежать. Ты видел, да? Сработал у нас с тобой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не надо, не надо. У нас с тобой сработала газонокосилка. И результат, опять же, за нами победа. Так, а он, смотри-ка, применял гипногриб здесь. Хитер. Так, ну мы с тобой получаем 2000 голды. И у нас будет следующая пиньята темных времен, да? Эх, ну давай, я хочу ее тоже получить. И хочу, конечно, получить еще здесь пиньяты. В общем, мы с тобой, наверное... Ну, отыграем полностью этот ивент. Плюс еще, может быть, за просмотр видосики еще получить этих, как их называется-то, перчатки. Но это я уже буду делать, ребята, за кадром. А завтра уже просто посмотрим результат вот этих всех наших действий, деяний. Давай попробуем сделать, как они. Без защитника. Нет, защитника возьму. И возьму также скорострела нашего. Нет, все-таки... Все-таки мне кажется, что здесь мина будет выгоднее. Мина будет выгоднее. Ну что, поехали. Как обычно, выставляем с тобой вначале подсолнухи. Вот сюда. И бум. Да, и вот этих вот говрюш маленьких. И также, например, нет, можно вот сюда вот еще один подсолнух влепить. Все, погнали. Миночку можно будет, кстати, поставить. Ага. А куда миночка-то? Миночка что-то не сработала у меня. Видишь, они потихоньку, не спеша идут. Мы потихоньку, не спеша с тобой защищаемся. Вот эти вот мины лучше вот так вот, ребята, делать. От этого будет очень хороший эффект. Видишь, бумкаются, взрываются. Мы с тобой уже получили 4000 очков. Но радоваться рано, пока еще. Что он делает, этот зомби? Видишь, он как в какие-то, я не знаю, на какие-то кубики распадается. Так, секунду. Что-то мне вот это вот не нравится. Их не дело все. Их, наверное, уничтожим с тобой здесь. Так, защитника давай сюда влепим, наверное, да? Слушай, подсолнухи здесь, ну, особо не нужны. Но без них, естественно, мы тоже с тобой ничего не сможем сделать. Куда ты разогнался, а? Объясни мне, пожалуйста. Лежит он. Давай с тобой, наверное, вот так вот сделаем еще. Опа. Сюда защитника поставим. Будем их отталкивать. Так, еще один скоростной горохострел. Ну, давай, 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 взорвись. Так, куда вот он? Куда вот он бежит, а? На!
Сюда поставим защитника с тобой, да? О-о-о-о, бегут, бегут, бегут. Куда ты пробежал, а? Придется, ребят, активировать. Ага, раздавили. Ну, пока вроде бы неплохо идет все. Давай вот так вот сделаем. Блин, эти говрюши тут пришли. Эти говрюши сюда приползли. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Опа. Слушай, а где Гаргантюа? Почему я не вижу здесь Гаргантюа? Вот стоило немножко поменять стратегию, ребята, и все. И мы начинаем с вами пасовать. Видишь, мы уже начинаем терять в очках с тобой. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Смотри, что творится, а. Слушай, или игра усложнилась, или что тут происходит? Что за трэш? Ты достал тут уже кружиться. Ну, давайте я сюда на мину поставлю. 85. Мы сейчас можем с тобой проиграть просто-напросто здесь. Вот и все. Ну... 94. Опять же, с небольшим, ребята, отрывом я все-таки выиграл здесь. Но это было на грани. Оу, так, две пиньяты. Давай смотреть, что нам выпадет из них. Так, а вот она как раз та самая морковка. Интенсивная корот. Слушай, ну неплохо так дали. Да, 20 морковочек. Следующий у нас, по-моему, будет уровень за конфеты. За конфеты. А следующий будет 4 пиньяты. На каком я месте нахожусь в данный момент? На 6-м. У меня всего лишь 20 побед. Точнее, 20 корон. А тут уже ПВА-7. 52 короны имеет. В любом случае, я его могу обогнать и даже перегнать. Мне хочется еще получить награду, которая там дается. На общем фоне. Слушай, ну вот эти вот ребята рано или поздно пойдут. Вот эти вот Гаргантюа и вот эти вот. Только, наверное, с каждым разом все сложнее и сложнее становится уровень, да? Ты, наверное, заметил. И вот наверняка сейчас они как раз и будут. Так, подсолнух возьмем. И так хочется взять эти ромашки. Вот серьезно тебе говорю. Но все-таки, мне кажется, мой горохострел, который очень быстро бомбит, он лучше здесь. Погнали. Ну что, давай, наверное, сделаем с тобой немножко по-другому теперь. Вот так вот. А сюда уже выставим с тобой подсолнухи. Поехали. Хотя вот эти вот зомби, они очень-очень-очень медленные. Они пока дойдут, тем более они что-то никакого эффекта там особо сильного не делают. Может быть, конечно, супер-пупер эти гаргантюа, которых можем мы сделать. Они наносят существенный урон, но только необычные вот эти вот зомбики. Мы уже с тобой по очкам теряем. Как бы уже чувак там круто наярил, вот уже 3000 очков набрал там. 6500, откуда? Откуда у него столько очков, а, ребят? За такой короткий промежуток времени. 10 тысяч почти уже набрал он. А мы с тобой как тихоходы. Вообще еще ничего не заработали. Вот, только сейчас 1200. Слушай, а я, знаешь, что хочу сделать? Я хочу применить ту же самую старую школу с помощью мины. Мы с тобой сейчас разбросаем эти мины везде. И за счет этого будем получать уже, ну, нормальные очки. Давай так вот сделаем. Везде поставим защитников с тобой. Ну, также эти скорострелов влепим. Так, особо тут сильно, конечно, не стоит тратить. Да, мины. Так, тихо, тихо, тихо. Ты видишь, что происходит, уже бегут. Бегут аглоеды. Так, погоди-ка, надо где-то что-то применить. Вот здесь, наверное, влепим. Так, отлично, а тут мелкий идет. Проныра внизу. Надеюсь, ты с ним справишься вот с этим мелким-то, зомбик. Для тебя это не должна быть никакая проблема. Но он даже не может справиться, я не понимаю, в чем проблема, друзья мои. Что он делает, почему так происходит? Ну вот, вот здоровый Гаргантюа, да, он, скорее всего, поможет нам. О, мы с тобой проигрываем здесь по всем канонам. С офигенным просто отрывом, с офигенным. Не с каким-то там маленьким, а просто с обалденным. Да. И это плохо.
У него уже за соточку перевалило, ты прикинь. Так, что нам тут с тобой сделать? Как нам тут выкрутиться? Что-то уже вообще, уж больно круто он там идет. Смотри, 122 тысячи. Откуда? Откуда, парень, у тебя столько очков? Объясни-ка мне. Я до сих пор не могу здесь набить столько много. Ать! Уничтожат. Давим. Давим, друзья мои. Нет, 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 нет. Что-то у меня как-то не получается. Ну да, вот, вот, ребята. Блин, по-моему, фейл. По-моему, да, друзья мои, я проиграл. Так, ох ты, смотри-ка, что он тут делал. Он брал две мяты. Ух ты, у него еще вот такой растение есть. Я не знаю, что это за цветочек. Да, я хочу переиграть. Я хочу переиграть. Две мяты, зачем ему, интересно, две мяты? Одна, наверное, какая-то супер-пупер усиляющая, скорее всего. Я попробую взять все-таки вишневую бомбу. Вишневая бомба, я думаю, мне здесь очень даже зайдет. Тем более, ты сам прекрасно видишь, уровни уже начинаются сложные. От горохострела здесь мало толку. Берем, короче, с тобой так. Дальше возьмем мину. Так, где у меня? Вот она, вишневая бомба. Подсолнуха стоит ли? Нет, надо. Без подсолнуха, ну куда же? Никуда. Мы можем с тобой взять арахис. А под арахис, кстати, взять, например... Вот эту вот мяту. Подарок из, да? Она же только подарок из будет действовать. Вот, друзья мои, перекати поле у меня тут есть. Лежит, отдыхает. Поехали. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Что хорошего, что плохого. Так, вставляем с тобой здесь везде арахис. Let's go. Так, пускай тут накопится куча зомби, если что, мы с вами применим вот эту мяту, которая, соответственно, усилит всех наших арахисов. Так, сейчас... Ой, подожди, вот это я лопнулся, ребята. А, нет, все нормально. Хватает, я уже думал, что мы все с вами профукали счастье свое. Хватает, хватает мне на подсолнухе. Так, погоди-ка, тут немножко, немножко уже напряженно становится. Наверное, пора мяту, скорее всего, врубать или нет еще? Нет, пока не будем. Ребят, пока потерпим еще маленечко. Так, вот теперь попробуем влупить. Что-то как-то не особо хорошо вышло, если честно. Думал, будет эффект получше. Ну, нифига подобного. Вот куда ты бежишь, а, гладранец? Дынс, нашел, куда его сбросить, а? Гаденыш мелкий. Не в нужное для меня место ты его сбросил. Ну, давай-ка попробуем его бомбануть. Как плохо, а? Слушай, они какие-то здесь крепкие, уж чересчур крепкие. Зачем я начал бомбить его, если он так и так бы погиб? Мята, ну как ты долго там откатываешься, а? Очень долго. Да я сюда вызову, наверное, супер-пупер гаргантюа, пускай он идет там. Крушит их. Здесь, опа, кто-то там бомбит, что ли, идет, мне кажется. А, это гаргантюа так идет. С таким, как говорится, шагом. Ну-ну-ну-ну-ну, куда ты, куда ты, куда ты, мелкий? Опять сейчас будет, да, есть подсолнух мой? Конечно же будет. Опять мы проигрываем здесь, да что ж ты будешь делать? Опять мы с тобой тут проигрываем. Ну-ка, мята. Огонь. Типа недостаточно было хорошо, да? Я проигрываю.
Я не могу пока определить стратегию. Что здесь лучше всего нужно? Трындец. Сейчас меня здесь распишут. Или же, или нет. Опять время подходит к концу. И у меня нету никаких шансов, ребят, на победу. Опять в 10 тысяч очков. Но у него, смотри. А, он орехи тут ставил. Бонг еще 4 уровня. У меня слишком слабый. У меня только вот арахис. Да. Проигрываем. Проигрываем. У меня даже нету возможности, ребята, начать с этого места. Придется все заново набивать. А, соответственно, заново это опять все вот так вот набирать. Ну, посмотрю рекламку. Так, хочу глянуть, сколько там еще, ребята, нам нужно заработать, чтобы получить награды. Ага, буквально чуть-чуть, да, побед, чтобы мы получили с тобой 20... А, 30. 30 вот этих растений. На каком я там месте-то? На 5-м. Ну, я сегодня поиграю за кадром. Ох, я повеселюсь. Так, мы получаем с тобой гемы. Так, и конфеты. Надо определиться просто, что делает вот эта вот мята, которая там гипногрипп. Если она прикольная, да, можно будет ее брать. Потому что на одном арахисе мне далеко не уехать. Ну ладно, ребятушки, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.